читальном зале первой библиотеки в этот день чувствовался дух отваги и патриотизма. В гости к старшеклассникам пришли настоящие герои. Это участники специальной военной операции, военнослужащие Антон Кузнецов и Александр Матвеев. В приятной обстановке бойцы рассказали ребятам об армейском быте и самоотверженном служении отчизне. Все это началось с детских времен, еще до службы, срочной службы в армии. У меня был дед, это по маминой стороне, он участник Великой Отечественной войны. Всю жизнь нам рассказывал в детстве, как, был у них дружеский коллектив, как они воевали, разные такие интересные истории. Ну и все, меня это как бы зацепило, и я тоже поставил себе цель, думаю, буду военным. С изумлением слушали школьники истории не только об армии, но и личной жизни военнослужащих, о том, как они выбрали нелегкий путь военной службы и почему необходимо отдавать свой долг родине. Например, гвардии капитан Антон Кузнецов начинал служить в 2009 году. Сейчас на груди у героя среди многочисленных наград орден мужества, медаль за заслуги перед Отечеством второй степени и за отвагу. Впечатление хорошее, встреча не впервые, уже второй или третий раз я так хожу на уроки мужества. Воспитываю патриотизм в школьной молодежи. И как бы очень нравится посещать, передавать свой опыт младшему поколению. Сначала проходил военнослужбу срочную в Подмосковье, это космические войска. В дальнейшем проходил службу в 29-м отряде специального назначения, это город Уфа. В то время выполнял задачи контртеррористических операций на Северном Кавказе. В дальнейшем проходил воинскую службу, контракт 3 года в инженерной части, это поселок Алкино, 63-494. А в дальнейшем поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, закончил его и по распределению попал служить на Муромскую землю, войсковую часть 1105. Автор проекта «Муром-современники» Елена Антонова делится успехами. Благодаря победе в конкурсе библиотеке удалось закупить более 100 книг, компьютер, мебель, стеллажи, магнитную доску и другое необходимое оборудование. Но, безусловно, главным событием являются встречи подрастающего поколения с героями нашего времени. Проект «Муром-современники» — это цикл 11 мероприятий, то есть у нас будет 11 встреч со старшеклассниками нашего города. Это будет 11 героев «Муром-современники». Это наши ребята, молодые, которые сегодня живут с нами, рядом, наши земляки и совершают героические поступки. То есть это люди, которыми Муром и вся страна может по праву гордиться. Своими впечатлениями от теплой встречи поделились и ученики 8-й школы. Ну, они защищают нас. Родину защищают. Чтобы мы могли нормально так же учиться, ходить по улице, не бояться ничего. Я не боюсь армии. Я смогу служить. Ну и родину защитить тоже смогу. Мероприятия такого формата в библиотеке филиале номер 1 будут проходить 2 раза в месяц. В середине декабря ребят ждет диалог с представителем волонтерского движения. Вадим Уколов, Артем Корнилов. Наши новости.